евреи, как известно, в синагоге они не просят. Это православные просят: «Боже, помоги». Евреи требуют. Вообще, ты знаешь, моя хорошая, дело в том, что вообще быть артистом не каждому под силу. Кащенко – это то место, в котором очень много лечилось актеров. И от алкоголизма, и от наркомании. Если на артиста не покупают деньги, ну какой он артист? Даже Киркоров переживает, что он мало выходит на сцену. Я очень рада видеть, Женя, очень рада. 7 лет прошло с нашей встречи очно, и ты не изменился, а измени, если изменился, то только в лучшую сторону. Ну ладно, ну и хватит. Перестал. Так я уже перестала. Это я должен был тебе сказать, но ты меня опередил. Я хотела этот вопрос задать, но я его прямо сейчас вот задам. 71 год тебе. Позавидовать можно живости, подвижности, остроте ума. Как удается? Дело в том, что я буквально за день до дня рождения, 31 июля, прямо день в день, я с утра был в гостях на эко-телевидении, которым руководит Николай Николаевич Дроздов. Да, конечно. Помнишь? В мире животных. Да, он мне говорит: «Евгений, скажите, сколько вам исполняется сегодня?» Я говорю: 71. Он говорит: «Вы знаете, по восточному календарю надо считать справа налево, вам 17. В следующем году вам будет 27. И все. И все. Поэтому я совершенно спокойно. То есть ты вообще не думаешь на эту тему и не паришься совсем? Просто живешь и наслаждаешься? Нет. Да. Начнем со сближающего фактора, я предлагаю. Сближающий фактор — наш Дальний Восток, между прочим. Потому что ты родился в Находке. Отлично. А мы здесь живем. Да. И вот да. Я не знаю, что бы было бы, если бы... Знаешь, вот еврейский анекдот. Еврейский анекдот, когда ищут Рабиновича, открывается дверь, ищут Рабиновича, и выходит его жена, видимо, и говорит, ее спрашивают, скажите, Рабинович здесь живет? Она говорит: здесь Рабинович не живет, здесь он мучается. Ну, не будем о грустном, но все-таки вопрос как раз-таки об этом. Да. Об этом вопрос. О том, что если бы мама не настояла и не погнала даже из Севастополя тебя поступать в Москву, состоялся бы актер Евгений Герчаков? Вот в таком формате, в котором ты есть. Нет, конечно. Что же сделала с тобой, конечно, такого нет, Москва? История. Ну, во-первых, ты знаешь, что я до этого играл в футбол в Севастополе. Играл очень прилично за спортивный клуб Краснознаменного Черноморского флота. И когда я поехал в Москву, она на интуитивном уровне где-то понимала, что я могу стать артистом. И она все время мне вбивала в подсознание, что я гениальный буду артист. Не просто гениальный папа, ты ничего не понимаешь. А я вообще ничего не понимал тогда. В 17 лет, что я мог понимать? Это сейчас дети другие в 17 лет. Безусловно, вообще продвинутые совсем по-другому. А тогда... Нет. 67-й год. Это чума полная, я ничего не соображал. Я когда вела интервью со Стекловым, и он тоже историю рассказывал свою и говорит, как говорят многие актеры в Москве, они говорят, вот есть три места для жизни, для нормальной. Это первое — Москва, второе — Москва и третье — Москва. Это актеры говорят. Так в твоей жизни и получилось, собственно. Я был во многих странах, в принципе. Жил полгода в Женеве, у меня был контракт в Женеве. Ты там играл Фрейда, да? Я играл душу Зигмунда Фрейда. Прошу иметь это в виду. Такая была придумка. Ну, я не знаю, я очень люблю Барселону. Очень люблю. И, наверное, может быть, я бы там жил. Просто чудесный, невероятный город. Невероятный город. Ну, наверное, еще и Жмеринка, так сказать, если говорить откровенно. Если бы сейчас не было там такой ситуации. Москва, Барселона, Жмеринка, Облысьмен. И ты приехал, ты окончил училище Гнесиных, невзирая на то, что это училище, это высшее образование, так, на минуточку, да, кто не знает. И сегодня это академия. Музыкальная. Да. Музыкально-актерское я получил образование. Музыкально-актерское. Его же закончил, кстати, и Киркоров, и Басков, да, они выпускники. Почему именно это училище? Вы выбрали с мамой или ты выбрал сам? Ну, как-то случайно. Они, по-моему, учились на вокалистов, на певцов. А я учился на актерско-вокальном факультете, на актерско-музыкальном факультете.
Сейчас там такого нет, по-моему. Вот, а они учились на вокалистов, вокалистов. Я помню, что появился там Киркоров уже, по-моему, когда я заканчивал училище Гнесинское. И я видел, что какой-то шел баскетболист, это оказалась будущая звезда советской эстрады. Вот, мы очень с ним в хороших отношениях. Киркорову я подарил диск, вокальный, это второй мой диск, который называется «Последним натуралом посвящается». И Киркоров был очень обрадован, что последним. Ты начал выступать, и люди смеялись, да, и ты такую обратную связь от мира получал, что ты на правильном пути, что правильно, что пошел туда, правильно, что вот выбрал такой путь. Как можно распознать, в правильном ли направлении ты движешься? Мне уже менять направление, в общем-то, поздновато. Пол менять поздно уже, это тоже как-то было бы немножко странно. Страну менять я не собираюсь. Были такие идеи, варианты. Звали меня и в Швейцарии, предлагали остаться в Женеве. Я не был в Израиле ни разу. Наверное, я единственный артист, который не был в Израильской Народной Республике. Как-то так сложилось. Именно в тот момент, когда какой-то начался подъем такой творческий, в буквальном смысле слова, потому что два этих фильма «Бабушка легкого поведения» и «Бабушка легкого поведения 2», которые, надеюсь, зрители видели, надеюсь, что понравилось, а некоторые говорят очень. Это самые кастовые фильмы. Почему я так говорю об этом? Потому что я изначально комедийный артист. Я хотел сломать стереотип, я не хотел оставаться актером маски. Я сломал этот стереотип, и в определенные годы, в конце уже, наверное, когда начался миллениум, мне вдруг начали предлагать роли, о которых я даже не мечтал. Я имею в виду царя Эдипа Софокла, великую трагическую роль. Я ее сыграл блестяще, я не буду даже с собой спорить. Я видел эту публику, я видел людей, мы много играли. Анатолий Слюсаренко такой спектакль доверил комику играть великую трагическую роль. Но там это дело в том, что на этом сочетании трагизма и комизма можно выстроить настоящую трагедию, потому что вот это трагическое искусство, комическое искусство, это все отдельно, и это не очень хорошо, потому что вся наша жизнь соткана из трагикомизма. Сегодня вот так смешно, а завтра становится не смешно, то, что было вчера смешно. И трагикомедия — это мой жанр. И потом пошли роли действительно трагического репертуара. Я сыграл и парфюмера, и «Холстомера», этого великого коня, рассказ «Льва Толстого коня» я играл 10 лет. «Грозного» я сыграл на канале СТС. Я играю сейчас Сальвадора Дали в театре. Это тоже тема очень серьезная, очень интересная. Я сыграл и поставил Зигмунда Фрейда. Мы еще придем, наверное, сегодня к этому разговору. Чья жизнь очень непростая и так далее. Ну, кстати, мама с юмором, а у мамы имя такое интересное, идея, то есть имя Ида, и это наталкивает у меня так же, как и твоя внешность, что все-таки еврейская кровь где-то в тебе бурлит. А так ли это? Она течет, но не бурлит. Я бы так сказал, потому что во мне четыре крови, как я говорю, во мне четыре крови, и все еврейские. Но нет, во мне есть еще греческая кровь и грузинская кровь по маминой линии. Поэтому еврейская течет, но она течет очень бурно, потому что когда-то вот, как я попал в Женеву, я играл еврейский спектакль, тогда я работал в театре «Эрмитаж», это была музыкальная притча «Путешествие Вениамина III в Святую Землю» назывался спектакль, о неком местечковом еврее, который решил найти землю обетованную. И как тот еврейский Санчо Панса уходит в путь, берет с собой как бы своего Санчо, его звали Сандру, и вот они уходят искать землю обетованную. Весь спектакль они ищут, поют, нашли? Ищут, поют. Играли мы на русском, пели на иврите, на минуточку. Пришлось изучить огромное количество еврейской музыки, и после гастролей в Женеву я был приглашен вот в этот спектакль о Фрейде, «Зигмунд» он назывался,
потому что какой-то успех был. Так что я, в общем, еврейскую культуру и отдал дань ей и так далее. Но сейчас у меня в планах, вот видишь, ты вспомнил об этом, меня очень интересует судьба одного человека. Я надеюсь, в Еврейской автономной республике, может быть, найдутся. Она так и называется? Еврейская автономная область. Да, даже это субъект федерации. Так вот, в области, я хочу, чтобы это дошло в области сердца, то, что я скажу. Я хочу сыграть человека, забытого совершенно. История, она забыта сознательно и бессознательно. Как ты помнишь, во всех сериалах, где Сталин, Молотов и вся эта банда, все есть. И нет там одного человека, который сделал для советской страны, для народа, для победы над фашизмом очень большое дело. Звали его Соломон Михоэльс. Это актер и главный режиссер в 30-е, 40-е, 50-е годы Государственного еврейского театра в Москве. И когда Сталин и Молотов сочиняли всю эту историю, по документам их было всего двое. Потому что Сталин считал, что «что знают трое, знает и свинья», как говорят, говорил Сталин. И они вдвоем придумали, что нужно найти еврея, который бы был отправлен в Соединенные Штаты Америки, где в основном поселились все богатые евреи мира, и потребовать, а не попросить. Потому что евреи, как известно, в синагоге они не просят. Это православные просят «Боже, помоги». Евреи требуют. Они выбрали такого человека знакового, харизматичного, но абсолютно не политика, хотя Михоэльс имел несколько орденов Сталина, Ленина. Он был орденоносец, он был в президиуме, по-моему, даже совета. И они ему поручили поехать в Соединенные Штаты Америки. Он добирался туда, черт его знает сколько, на этом самолете. И что ты думаешь, его там встретили? Очень радушно. Он собрал огромное количество бабла, и эти деньги приехали в страну. Эти деньги во многом выручили. Есть документы, это не просто слова. Во многом выручили Советский Союз. На эти деньги были построены самолеты и так далее, танки и так далее, и так далее. Но через несколько времени, прошло совсем немало времени, Сталин и Молотов решили, что он свое дело сделал, и пора заканчивать эту историю. Зачем? Мало ли знать эти все тонкости. Они его отправили в командировку в Минск. Посмотрите, опять этот Минск. Что творится прям. В соседнем купе ехал его киллер. Он его там застрелил, у него прямо в голове была дырка. Но чтобы создать ощущение, что это случайная смерть, они его подбросили под колеса какого-то грузовика, как будто бы его сбила машина. Я хочу это воплотить, сыграть его, хотя я на него совершенно не похож внешне. Но написан специальный сценарий. Все начинается в кино, да и в театре. Написан сценарий все уже, сценарий. Да? Этого. Да. Да, он готов, написали два. Это что, ты планируешь, что это будет спектакль или это будет фильм? Это будет я хочу телефильм. Художественный. Сериал. Мы начали говорить про политику, и я тут тоже удивилась, когда я увидела твое поздравление Владимира Жириновского с 75-летием. Вы где-то же ровесники, да, где-то близко. И ты там... у меня возник вопрос. Ты так тепло его поздравлял? Вы дружны или ты партийный святой отец? Да, нет. Я ни в какой партии не состою. Я состою в партии человеческой, просто человеческой партии. Я никуда не хочу вступать. Меня звал КПРФ, меня звал Жириновский. Мы когда встречаемся, мы с ним знакомы, он говорит: рад видеть тебя живым, живьем. Ну, ты, кстати, там подчеркнул его актерские способности и сказал также, что актеры – люди малоинтеллектуальные, больше чувственные. Почему ты так сказал? Ведь Эдипа и Фрейда сыграть, наверное, там мозги недюжинные нужны даже для того, чтобы выучить такие тексты. Понимаешь, все, конечно, индивидуально. Просто, чтобы быть артистом,
Ну, мы не говорим сейчас о гениях, которых не так много, можно по пальцам пересчитать. И я с такими был знаком, я играл, в частности, с Иннокентием Михайловичем Смоктуновским. Это мой взгляд. Артисту не обязательно быть умным человеком. Действительно, он должен уметь чувствовать. Эти чувства передавать, транслировать залу. В этом поздравлении тоже чувствовалось, что, ну, как бы ты вот где-то под текстом сказал, что артистический талант и интеллект все-таки выгоднее вкладывать в политику. Зеленский, да, взял и вложил свое это актерское мастерство и свою узнаваемость и популярность именно в это. Ну, вот здесь это удивительное совпадение. И с точки зрения актерской профессии у него все, ну, практически на высшем уровне, потому что то, что он сыграл в кино, это было очень смешно и очень, так сказать, больно и круто. И когда он это все, ему пришлось это перевести в жизнь, получилась лажа, полная лажа. И это видно, и никуда тут не деться, и ничего, потому что он вышел в жизнь, ты знаешь, с экрана, вышел из экрана и попал в настоящую жизнь. Оказалось, что в жизни все совершенно по-другому. Но если бы, допустим, тебя пригласили читать какие-нибудь мастер-классы или семинары в федеральное собрание, к примеру, да, и вот в политике бы ты что бы добавил в российской политике нашему правительству? Я бы все добавил. Все добавил. От того, как они говорят, как они одеты. Вернемся к творчеству твоему, Женя, и твои любимые герои, про которых ты всегда говоришь. Это первый Эдип, это Сальвадор Дали, это Фрейд. Почему выбрал их? Я тебе скажу, они выбрали меня. Это звучит как-то странно, но скорее всего, что они выбрали меня. И Фрейд, и Дали – это люди, на которых останавливались целые толпы и смотрели вслед Дали и Фрейду. Фрейд до того была фигура неоднозначная. Его же считали шарлатаном, гением, кем он только не считали. Наркоман. А Гитлер его так боялся, что он его таки не смог, понимаешь, пришить. Он понимал, что за этим что-то кроется, такое лучше не трогать. Почему именно такие еще люди возвращаются? Я еще сыграл в сериале на СТС, на минуточку, Иоанна Гроз. Это «Чумово спол». Почему это «Чумово спол»? Это сериал был. Ну, потому что это личность невероятная. Ты играешь спектакль. Сначала его репетируешь, а потом его играешь на сцене. Это не кино, да? Спектакль ты можешь играть день, два, месяца, можешь годы играть. Не происходит, что он как-то замыливается, надоедает. Этот бесконечный день сурка, когда день за днем, вечер за вечером выходишь и играешь. Ну вот киноактеры, например, не представляют себе, что актер может играть спектакль там 10 лет, одну роль, 15 лет. Многое зависит, конечно, от самой роли. Какая роль? Многое зависит от самого актера. Но главное, это надо играть как первый и последний раз. И все. Никаких проблем. Никаких проблем. Да? Как первый и последний раз. Не каждому, мне кажется, актеру это под силу. Многим надоедает, да? Наверное, и они уходят. Вообще, ты знаешь, моя хорошая, дело в том, что вообще быть артистом не каждому под силу. А театр, кино и сериалы – совершенно разные жанры. А в чем их принципиальное отличие для актера? Кино – совсем другие гонорары. Телевидение, сериалы – совсем другие гонорары. Театр – это великие подвижники, сподвижники или подвижники, называй их как хочешь, которые играют за смешные деньги, живьем, поют живьем, не как на концертах эстрадной попсовой музыки, и ни хрена не получают за это, получают только деньги, на которые можно оплатить квартплату. И это стыдно и больно, и надо признаться в этом, и не делать вид, что нет, ну нормально, нет, все хорошо, все хорошо. На этой почве расходятся актеры, молодые семьи расходятся, когда понимают, там еще родит ребенка, и куда, как, где, а если в кино нет, а если в этот раз не пригласили, а если нет сериала, ну, а если даже есть сериал, и так далее, и так далее, и так далее. Это очень несправедливо. Бороться с этим бесполезно.
как выясняется. Но можно. Жень, ну вот сейчас клиповое мышление, сейчас социальные сети, каждый может сделать там своими руками в какой-то программе маленькое кино и выставить его. И театр при этом все равно жив? Или театр все-таки уходит с подмостков современной жизни? Нет, он никогда не уйдет, Елизавета. Нет, никогда не уйдет. Вообще без театра жить нельзя, невозможно. Я людей, которые навсегда потеряли вкус к театру, таких очень много, ну, попадали на плохие спектакли и навсегда уходили из этого жанра, из этого направления. Я вернул их на сцену. Вот клянусь тебе, я вернул их на сцену, и мне многие люди говорили: «Женя, ты нас повернул в театр». Это артисты, а люди, которые сидят в зале, ведь это 2,5 часа зачастую, это нужно внимание сосредоточенное, тебя никто жвачкой это интеллектуальной не кормит, подпиткой, да? Как люди, они все равно приходят. Приходят? Или меньше приходят? Конечно. Нет, они приходят нормально. Они приходят на те спектакли, которые их волнуют, которые создают какую-то волну, 9-й вал внутри человека. Иногда даже в голове бывает и такое. Но больше всего в душе, в сердце и так далее. Они ходят. На мои спектакли ходят люди по 50 раз. Есть такие люди, ненормальные, наверное. Может быть, им лучше в Кащенко походить, но они ходят в театр Луны и что-то там получают. Кстати, Кащенко — это то место, в котором очень много лечилось актеров. И от алкоголизма, и от наркомании. Великих, не будем называть их фамилии, чтобы лишний раз не теребить прах этих людей. Но я знаю это лично. Я многим помогал, и кого-то я укладывал. Но это официальная больница. Это не частная, куда там жена сплавила своего великого артиста. И он через неделю отдал концы. В чем феномен сериалов, на твой взгляд? Почему его люди смотрят? Они вживаются в роль. Такое у меня ощущение, что некоторых не хватает события в жизни своей собственной, и они как бы вот питаются из чужой. И при этом есть оправдание не жить своей. Так ли это или нет? Ну, по-разному. Сериалы в основном смотрят все-таки люди старшего возраста. Они рассчитаны на это. И их же надо как-то держать, чтобы им казалось, что жизнь все-таки продолжается вместе с ними, что они живут со страной. Есть вот в моей семье, например, моя жена очень любит сериалы. Она смотрит их день и ночь. Но она у тебя прям очень молодая, невзирая ни на что, да. Да, она молодая. Может быть, потому что смотрит сериалы, я тебя понимаю. Она молодая, но ей нравится, она верит в это очень. Она как-то верит в это. Я просто даже прохожу мимо, и я не могу это смотреть. Но есть хорошие сериалы, которые появляются даже на НТВ. Но просто школы нет. Сейчас очень плохо со школой актерской, театральной, киношной. Великие артисты уходят пачками, один за одним. Ведь и молодых очень много звезд приходит. Это, может быть, нам так кажется, так сказать, со стороны дивана. Но у меня ощущение, что очень много молодых, красивых, талантливых очень артистов. Я про красивых даже спорить не буду. Очень красивые. Ты известный артист, безусловно. Известный артист и артист модный. Это что, какая-то следующая стадия или какая-то другая каста? Что нужно сделать, чтобы стать именно модным? Да? Ну, их имена мы знаем. Да, женщины там с ума сходят, да, знает каждая, там, все их знают. Лизочка, просто мода же все время меняется. Вот сейчас так, этот модный, а через этот вот этот мод. А потом будет вот этот мод. Я думаю, что я вне этой категории. Я никогда об этом не задумывался, потому что мои поклонники от 14 до 99 лет. Конечно, я шучу, но тем не менее, это так. И ты говорил, что для актера в своих интервью важен первое – гены, второе – талант, и третье – энергия, которую он передает. То есть с первым ничего нельзя сделать, то вот, вторые два качества можно, наверное, тренировать. Да, и, конечно, деньги, которыми тебя оплачивает твой талант. Ну, прости меня, если на артиста не покупают деньги, ну какой он артист? Есть люди, конечно, очень одаренные в провинции, такое количество артистов. Провинция всегда была богата актерами. Всегда оттуда многие приезжали, кто-то так и не добрался до Москвы. Столько одареннейших
которые могли бы составить конкуренцию огромным артистам. Но есть такое современное понятие, я так по-еврейски скажу, быть в тренде. В тренде надо быть в тренде, и для этого надо просто что-то уметь. Первое приходит на ум. Мой племяш по кино, это Саша Рева. Это тоже высокооплачиваемый артист на сегодня, потому что реклама, 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 реклама. Нагиев МТС, это. И, конечно, это сумасшедшие деньги. Можно, если бы не было пандемии, можно было бы куда-то даже выехать. Никуда они не выйдут сейчас. Могут закапывать бабло куда поглубже. Но когда-то это случится. Но это в кавычках посчастливиться может не все. Почему я говорю об этом так свободно, совершенно без всякого особенно сарказма или сожаления? Потому что во мне есть один комплекс – полноценность. Пандемия повлияла, безусловно, да? Она повлияла, и закрылись и кино, и закрылись кинотеатры, но при этом люди сели на диваны дома. Это значит, что сериал жив. То есть сериалы втихаря, наверное, можно снимать, и их, наверное, где-то там тихонечко снимают. Есть эта тема? Да, конечно, конечно. Безусловно, безусловно снимают. Но это, в принципе, ужасно, потому что, во-первых, этот карантин. Я придумал, как же, какие-то три слова, которые Тарантино, советское наше, значит, Тарантино, Карантина и Блевантина. Вот это так, три этих на трех китах держатся. Эти сериалы не спасают. Они спасают только тех, кто сидят на диванах, им надо что-то смотреть. Им надо что-то смотреть, и там тоже деньги прокручиваются телевизионные и так далее, и так далее. Их надо мыть, отмывать и вымыливать. А вот искусство более элитарное, потому что театр – это элитарное искусство. Что такое элитарное искусство? Не для всех. Не для большого количества людей. Все. Даже Киркоров переживает, что он мало выходит на сцену. Я видела, сколько души, сколько времени ты проводил со своим сыном Егором, сколько души ты в него вкладывал, и как ты с ним разговаривал. Как со взрослым, как с равным, как с другом. Можешь ли... И когда тебя спрашивают, как ты относишься к своим детям, ты говоришь, что ты их не ругаешь, ты с ними практически не конфликтуешь, и что это не всегда хорошо. Но тем не менее, для меня это очень хороший пример. Своим примером каждый день. Что бы ты... С чем бы мог обратиться к родителям и детям? Серьезный вопрос. Казалось бы, очень простой. Ответить на него не так просто, потому что неизвестно, когда наши дети такие пойдут в школу. Я думаю, только вот личный пример родителей может быть. Если мама искренне любит своего мужа, не прикидывается. Потому что я когда-то по-разному тоже думал там, об отношениях мужчины и женщины. Когда-то мне пришло в подсознание, что все-таки женщина богиня, и как-то относиться надо к ней как к богине, к любой женщине, даже на передаче ДНК. Но это невозможно односторонне. Если женщина своего мужчину или мужа, или возлюбленного не обоготворяет, ничего не получится. Это все односторонняя любовь. Точно так и к женщине. Когда женщина любит, а мужчина позволяет себе любить, все, до свидания, ничего не получится, как можно быстрее, бегом, ноги в руки, и все, поехали. Когда-то мои родители мне сказали, что мама, она мудрейшая, грузинка и русская, мудрейшая. Говорит, Жень, если вдруг в твоей семье какой-нибудь встанет национальный вопрос, бери чемоданчик и оттуда быстренько бегом убегай. Потому что таких примеров таких много. И так далее, и так далее. Но просто вот своим каким-то примером только. Жень, я тебя благодарю за интервью. И я желаю, чтобы открылись кино и открылись театры. И тебе бурных аплодисментов на реальной сцене.